В Одессе отметили День независимости Армении. Праздничный концерт прошел в Армянском культурном центре. В этот праздничный день здесь собралось духовенство, дипломаты и политики. Представители армянской диаспоры подчеркнули, что Украина и Армения близкие по духу страны, которые не случайно в один и тот же год стали независимыми и всегда готовы к обоюдному сотрудничеству. Отмечу, что председатель Одесской армянской общины Самвел Тигранян в этом году получил высокое звание «Почетный гражданин Одессы». С такой инициативой выступил многотысячный коллектив Одесской юракадемии. Данное решение единогласно поддержали все члены ученого совета вуза. Я приехал в Одессу 17-летним парнем, поступил в институт и живу уже в этом городе 51 год. Для меня родная страна, родился я в Армении, но родная страна все-таки Украина, 51 год, и она дала мне все, о чем только может мечтать человек. Поэтому я благодарен в первую очередь Украине. Коллектив Одесской юридической академии – это для меня родной коллектив. Я очень люблю этот вуз, я считаю, никогда не считал себя вне этого коллектива. Пусть растут, воспитывают наших детей, на благо нашим семьям, нашим странам и всему миру. Отмечу, что Армения одной из первых признала независимость Украины. Буквально в течение месяца между странами были установлены дипломатические отношения. Поздравил с праздником независимости Армении народный депутат Украины, президент Одесской юракадемии Сергей Кивалов. Это всегда укрепляет отношения между государствами. У нас не возникало, слава богу, никогда таких конфликтных ситуаций с нашими братьями армянами. Я думаю, что и никогда не возникнет, потому что мы достаточно хорошо знаем друг друга, хорошо знаем историю, и нас многое объединяет. Я помню, когда было землетрясение в Спитаке, 1000 одесситов помогали, выезжали непосредственно в Спитак, восстанавливали этот город. Я почти 3 месяца в свое время находился именно в этом месте. Я находился рядом со Спитаком, это Ленинакан, 29 километров от Спитака. Я видел, как одесситы, бригады, которые были сформированы именно в Одессе, переезжали в Армению и восстанавливали не только Спитак, но и другие города, которые были разрушены. На данный момент в Одесской области проживают свыше 45 тысяч представителей армянской диаспоры. Для любого армянина, мне кажется, это важный праздник, так как, несмотря на то, что я выросла на Украине, и для меня Украина такая же родина, как Армения, все равно Армения – это какое-то святое место, куда хочется вернуться хоть на время, побыть там, почувствовать себя в этом тепле, там кажется, что даже свет какой-то другой, солнце по-другому светит. Хотя через какое-то время опять тянет на Украину, потому что они равноценны стали.